пробу зазвать к нам в журнал, вести свою колонку. Думали редакторы журнала «Билборд». Да так, чтобы и фигура была культовая, и с «Билбордом» ассоциировалась. Билл Клинтон не вариант, у него с русским напряженно. Белых вариант, но слишком романтично. Билан вариант. Абсолютный мастхэв последних нескольких лет – собственная колонка в глянцевом журнале. Или, на худой конец, блог во всемирной сети. Благодаря такому тренду общественность периодически подвергает себя сомнительному удовольствию отслеживать эпистолярные изыски наших звезд и прочих шоу-элементов. Группе звездных колумнистов примкнул и Дима Билан. Если бы я совсем подался моде, я бы, наверное, был в каком-нибудь описании каких-то там глянцевых событий. На самом деле, в данном случае речь идет о Билборде, как о всемирно известном бренде, в котором мне, в принципе, за удовольствие находиться. И тут Билана понесло. В проекте не только колонка в Билборде, но и полноценная автобиография. Ведь отец русской шоу-демократии Дима скопил целый чемодан личных записей. Однажды свет узнает, если не я его, значит, оповещу этот свет, вот, то, скорее всего, знаешь, как говорят, личные записи нужно все-таки уничтожать. Рукописи, как известно, не горят, а это значит, что рано или поздно свету придется узнать, откуда есть пошел Дима Свет Билан. Многие, конечно, стесняются там себя прежних, я, в принципе, нет. Мне кажется, это очень даже нужно знать иногда, да, чтобы посмотреть и понять, опять же, к чему ты стремился и к чему ты сейчас стремишься. В ожидании автобиографичного чуда поклонники будут подсчитывать Билана в Билборде. Ну а мы, само собой, рассыплемся в необузданных симпатиях к любимому артисту, как только найдем литературный повод.